Всем привет, меня зовут Катя Клэп. И если вы сейчас в комментариях пишете: Катя, что с тобой случилось? Октябрь, ребята. Секундочку. Так-то лучше. Для меня Хэллоуин — это не праздник всех святых, вот это все. Я сама была рождена не в Америке, конечно же, не в Лос-Анджелесе. Я из Алтуфьево. Но для меня Хэллоуин — это не просто день, а целый месяц, когда ты с гордостью можешь носить звание бывшего Эмма Кида. И сегодня я не хотела укладывать свои волосы. Но это видео не обо мне, а о Зюточке. У нашей Зютки появились щеночки, и не смотрите, что она такая уставшая. Она как бы мать теперь. Я же мать Зюта. Я купила два платьица, которые бы носила сама Зюточка и ее дочка. Потому что мы безумно ждали девочку. Вы себе даже представить не можете, сколько я купила разных поводочков блестящих, всяких брелочков и прочее. И знаете что? Зюта родила двоих. Мальчиков. Так что спасибо, Зюта. По-видимому, одно из этих платьев буду носить я. И так как я, собственно, осталась без подарка для Зюты, для ее первенцев, я решила, что стоит придумать этот проект. У меня было совсем немного времени, чтобы заказать нужные вещи для этого проекта, так что начнем с анбоксинга. Все самое необходимое для этого проекта я нашла на сайте goods.ru. И также много приятных штучек, правда, уже только для себя. Прости, Зюта. Goods.ru — это огромный маркетплейс, на котором собраны тысячи товаров и сотен продавцов совершенно разных категорий. Товары для декора, интерьера, для животных, бытовая техника, косметика, парфюмерия и многое другое. В этой коробке лежит куча крутых штук, и еще за моей камерой. Поехали! Первое. Какая Зюта здоровая, активная мать без прекрасных игрушечек. Готовы сделать тест-драйв? Какой тебе сейчас подарочек дать? Почему-то пришла еще даже кошка. Мась, беги. Я когда увидела эту штуку, я поняла, что без нее не могу жить. Это очищающее масло с гудетамой. Матирующие салфетки, потому что я меньше стараюсь пользоваться пудрой. Термальная вода, без нее я вообще жить не могу, потому что, во-первых, беру всегда в путешествие. Плюс, когда я сижу монтирую, тоже брызгаю на себя. Дальше, что у нас здесь такое аккуратненько? Зют, ты все ищешь подарочки? Это подставка под какие-нибудь предметы. Скоро вы увидите, как я буду использовать. Но и в целом я очень люблю материал дерева, потому что для меня это первая ассоциация с Twin Peaks. Дальше. Ребята, вы знаете, я люблю 60-е и 70-е. И это на самом деле интерьер всего моего дома. Когда я увидела эту вазу, я просто заверещала. Поставить сюда какой-нибудь интересный цветочек, или может быть даже какую-нибудь веточку, мне очень напоминает клаксон. Знаете, пук-пук. На каких-нибудь мотоциклах или велосипедах. Дальше здесь лежат зеркала. И это все пойдет в мой кабинет. Еще одна ваза моей мечты. Ребята, вы уже чувствуете мою любовь к 70-м и 60-м? А это я даже не знаю, что здесь. Вы реально офигеете. Это шар Луна. И самое интересное, смотрите, он внутри крутится. Если переворачивать в руках, он остается на своем месте. Это какая-то магия. И как раз-таки планировала его поставить на мою деревянную подставку. Ну и теперь переходим к вещам для Зюточки. Это уютная постелочка, в которую будут заворачиваться щеночки. И еще то, что не поместилось в кадр. Я реально не знаю, как показать вам лежанку. Это просто гипер огромная вещь для большой собаки или для нашей лакшерной Зюточки. Я купила именно эту лежанку, потому что она очень похожа на наш диван. И также к ней, как вы видите, я сижу на ковре, купила Зютке такой же ковер, только правда в форме косточки. Вот такая вот милота. И еще на Goods я нашла вот такую интересную инсталляцию. Мне опять же таки она безумно напоминает 60-е годы тем, что здесь есть такие круглые, знаете, очень интересные предметы, немножко футуристично. В том представлении, в нашем представлении это немножко ретро. Кстати, на goods.ru с каждой покупки вы получаете кэшбэк. Это значит, часть потраченных вами средств возвращается вам в виде бонусных рублей, которым можно оплачивать до 50% стоимости следующих покупок. И еще есть гарантия лучших цен. Goods сравнивает стоимость на этот товар с другими магазинами, а если цена где-то ниже, то автоматически продает вам товар по самой низкой цене. Плюс ко всему, за регистрацию по ссылке в описании вы сможете получить 500 бонусных рублей. А если хотите сделать более выгодную покупку, то используйте мой промокод, который даст вам дополнительный бонус на первый заказ. Все беременные Зюты мы записывали на память. Ну и, конечно же, чтобы я смогла показать вам, потому что Зюты часть нашей команды. И, кстати, смотрите, здесь будет видно, как пинаются ее детишки в животе. А она скачет. Ты что, беременная, что ли? Пинает мою Зюточку. И пукает Зюточка, наверное, за семерых сейчас. Сколько их там, интересно? Каждая штука. У нас был спор, сколько щенков родит Зюта. И его все проиграли. Интересно, как Мася отнесется к этим? Что для нее будет?
Всю беременность Зюты мы были рядом с ней. Мы даже переехали на первый этаж, чтобы она не ходила по лестнице вверх и не травмировала себя на всякий случай. Плакает, да. Вот и настал день X. Мы все думали, что беременность — это самый сложный период, нужно ухаживать за собакой, помогать ей. Но роды — это то, когда ты действительно должен быть вместе со своим питомцем. И делать, если не часть, то порой все за него. Это очень ответственно. Но если вы кошка, вам пофиг. Знаете, когда у меня появилась Зюта, это была проверка, готова ли я к взрослой жизни, могу ли я брать на себя ответственность. А когда забеременела Зюта, я ей сказала: «Зют, ты первая, расскажешь потом как, я и после тебя». Признаюсь честно, процесс меня не впечатлил, это не как в Sims, но слово свое держать буду, да и тем более комочки, реально счастье, хоть и Зюта была в шоке. Она вообще не поняла, что это было, но она такая: «Окей, я их буду кормить, кажется, это мое». Что касается уютного места для Зюты и щенков, я решила создать мини-версию нашей гостиной, потому что лежанка Зютина уже вся старая протерлась, да и щенки растут и уже в ней не помещаются. Что будет дальше, непонятно, так что приступим. Она невероятно огромная, эта подушка, и очень мягкая, я Зютке завидую. Как я вам показывала ранее, в гостиной лежит бежевый ковер, и я нашла похожий только в форме косточки. Это безумно мило и еще функционально, потому что эти увольни валяются, выпадывают, у них вообще жизнь в кайф. Их ловить только так по полу. Зюта уже сама вываливается, потому что они ее выталкивают. Поэтому нужно максимально все пространство сделать мягким, чтобы можно было на нем спать. Посмотрите на это, что это? Как бы странно это ни показалось, но в уголке для Зюты нужен свет, какой-то ночник, потому что обычно в ночи она теряет щенят, поэтому мы постоянно ей оставляем свет включенным. Так что я поставлю ей ночник. И что самое забавное, у нас в нашей гостиной стоит такой торшер, и у меня есть его мини-версия. Вот тот самый светильник, который мне напоминает почему-то тоже Twin Peaks. Он, правда, покруглее, и он дает очень яркий свет, так что это будет безумно полезным для Зютки. И куда это экономичнее, чем врубать весь свет в комнате? Давайте подключим. Вообще, когда я была маленькой, я очень мечтала под какой-нибудь лестницей на даче, чтобы у меня был мой какой-то уютный уголок. Но так как я всегда жила в обычной квартире, у нас не было ни вторых этажей, ни лестниц, единственная была на даче. Но под ней был биотуалет. Хотя там, да, действительно было очень уютно. Как говорится, все самое лучшее детям. Зюте повезло. И ее щеняткам. Иди сюда, Зют. Посмотри, какое место. Ой, там нравится. Ложись. Опа, королева. Зют. Тебе уютно? На. И тебе. Самое время принести сыночков на новое место. Еще у нашей Зюточки, у нее белая грудочка, и у пацанчиков тоже. Мама, у нас хорошая Зюта. Это у нас первенец, Крепыш. Мы его пока называем Мишуткой. Он у нас очень толстенький, такой активненький, очень много кушает, кряхтит, и пахнут они все кефирчиком. У них еще пока не открылись глазки, и если я не ошибаюсь, у них еще пока ушки тоже, наверное, не открылись. Ты понимаешь, вот это такая прелесть, это же кусочек Зюточки, нашей любимой девочки. Такие сыночки, которые кушают и какают целыми днями. Такое бывает, от одного папки разные гены. И у нас была вязка один раз, поэтому два щеночка. И удивительно, что два мальчика. Мало кричи, тихонько. Непонятно вообще, где глаза, где морщины от рота. Он, конечно же, у нас поменьше размером. Так что такие пацанчики. А нос холодный и мокрый.
Вот такое у меня вышло видео из нашей жизни. Надеюсь, оно вам понравилось. Мы вас очень сильно любим. Оставайтесь такими же позитивными и креативными. И самого доброго и прекрасного вам дня. Целую. Изютка спит со щеночками. А Мася со мной озвучивает. Она тоже спит. Люблю.